Аспанға тамсанып күтіп таңдарды, құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды, болашаққа аштым жолдарды. Өмірге боп қашық, алғаш қадам басып, отаным деп сені таныдым. Сенде туып өстім, сенде бақыт кештім. В 1991 году постановлением правительства республики Карагандинскому государственному университету было присвоено имя академика Букета. В этом же году в бывшем главном корпусе университета на улице Гоголя, 38, в рабочем кабинете ректора, в котором он проработал 8 лет, был открыт музей академика Букета. Через 34 года, после того, как Ивни Арстанович закладывал основы второго в республике университета, в 2006 году у главного здания Каргу был открыт памятник его основателю –